сделать, пишет она. Вот. Огромная благодарность от нас, новосибирцев, за теплый прием. Сколько же вас любить тепла, какой же вы трудяга и мудрейший человек. Восторгаемся вашим садом, вами. Хочется жить и творить. Благоденствие, здравия, желаем, уважаемые. Вот это благодарность. Мне кажется, они продляют жизнь. Такие письма. Вот. Это никто не будет вспомнить. Ну, как-то я мельком показал фотографии. У тех беда. Появилась мала, большая ветка поникла, листочки завяли. Это ты толеть, спросят, камеет, как там обработать, чтобы дерево не потерять. Вот, это я пишу, покрасить себе ноги. Чех загубил дерево. А вот этот эксперт, смотрите, видите, вот дикость несусветная. Ведь кто бы, ну почему у нас все можно? Почему у нас никто за базар не отвечает? Если ты эксперт, ну покажи свой сад, где у тебя поберено и вот этой комедии нету. Ну. Кровотечение, косвенный признак более тяжелого вирусного инфекции. Ты-то откуда знаешь? Это не каждая лаборатория найдет вирусную инфекцию. Ты-то откуда знаешь, что это вирусная инфекция? Аккуратно чистит комедию. Вы представляете, ведь ее чистить можно, она же липкая, можно только ножом. Рана остается. В других случаях, помните, крупнейший садовод, который это, должен был в книге написать. К абрикосу с ножом, с этим, со стамеской, с этим не подходить. Она написала вырезать до мяса, а потом еще этим дерьмом это самое, замазать коровьим, свежим. Помните? Вот это их уровень. Счистить, обработать, замазать, опрыскать. Дикость какая-то. Я к тому, что действительно уже давно пора вводить эту же защиту от них, от этих экспертов. Уже должен быть составлен как бы это такой синодик, о чем нельзя говорить, советовать. Посоветовал, сразу к тебе приезжают домой. Это знаете как, вот я не могу обойти эту тему. Несколько дней назад, это же какие пожары полыхают, чтобы полностью затянуло дымом, люди задыхались и чуть ли не умирали в Челябинске, в Екатеринбурге. Мне тут мы в стороне остались. Мне страшно было смотреть. А как можно до сих пор писать, собрали всю, скосили, собрали траву, сожгли. Пришла осень, упала листва, всю листву собрали, сожгли. Прям так просто собрали, кучу сожгли. Ветки, обрезку сильнейшую. Больные ветки, не больные, большинство веток никогда не болело, просто повредить надо. И опять сожгли. Да за эти слова же в тюрьму садить надо. Мало того, что они пожару, они вообще вредны, эти слова. Это геноцид деревьев, это дикость страшная. Это средневековье. И еще и пожары, еще. Тут один поджог датчик, дачного поселка нет. А тот-то советовал за 1000 километров дурью, повторяет эту дурь за это. Что, я кричать начал, да?